Альма, спасибо большое за донат. Слушаем. Нектар. Клеопатра Рекордс. Ой-ой-ой, какие. Клеопатра Рекордс. Деловые какие-то, похоже. О! Это в предбаннике у князя тьмы. Двадцать минут прога, я думаю, будет, когда я красную хрень уберу. Когда фанат Виконта уйдет. Прикольный, красивый, средневеково создающий нужную атмосферу. Да, Клавесиныч. At the time I was a little boy, all my senses were in bloom. The forests were adventure. There dwelt the legends of my mind. I was the keeper of the golden key. I made all the rules. Здесь получше, мне больше нравится. I only had to dream to create the scene. Magic is a child. Imagination is alive. Magic is imagination. A child is alive. Магия — это воображение, типа. Или что? Вот он когда в низких нотах поет, у него как-то похуже прям. Но интервалы его спасают. Группа «Нектар» называется. «Магия — это дитя». Вообще песня называется. Но там что-то про... А, нет, «Магия» — это детское воображение, получается, как бы. «Child's imagination». Так, что ли? Ну, тогда это грустная песня. Все, просто все фанаты Гарри Поттера ставят дизлайк. В смысле, блин? Да, что этот магл может понимать? Child's imagination. Wingardium Leviosa.